Это что, песня? Эмиль. Эмиль. Ну что ты пой громче, сынок? Эмиль, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Погромче, Эмиль, тебя не слышно. Эмиль поет песню. Он меня даже не слышит. Он в наушниках. Обычный вечер. Отдыхаем. Камера отвратительная. Я пытаюсь что-то снять. Ты сидишь, поешь песни. У тебя плохо слышно, но ты хорошо поешь. Не надо, я шучу, я пошутила, ёкал, только включила. Сейчас кидай, суток не понимает. Я только включила. А тебя, кстати, даже не слышно. Ты там сидишь, поешь, поешь. Себе на ухо. Если опять сейчас делать... Чё-чё? Опять белый, да что надо? Я уже все испробовал. Тихо-тихо, не ори. Чего они белые-то? Эмилюш, тут камера очень плохо работает, так что не ори, пожалуйста. Я не понимаю. Это какая-то ничего. Я пытаюсь хоть как-то донести то, что это красиво. Хоть как-то показать, хоть в каком-то качестве. В нулевом на этом. В нулевом практически на этом планшете, да. А сколько я уже 350 рублей накопила? Даже половина красоты не видно, которая в самом деле красива очень. Не улавливает сам цвет, саму. Ну ладно, хоть так-то. Хоть так-то маленько показать. Что теперь пока? 350 рублей пока только накопила на планшет. Так что это еще ой-ой-ой. Копить и копить. Такие дела. Может быть потихоньку. Ну не на планшет, вернее. На телефон. Не надо считать! Не надо, иначе не будет копиться. 350 там где-то около того. А в принципе уже 500 должно быть. Нет, не должно быть. Это неправда, было 300. Было. Да. Ты думаешь, там уже 500? 500 должно быть. А сколько стоит был у телефона?
И Samsung Z2 1200 разве? Лучше две копить и взять какую-нибудь еще лучше, чем Samsung Z2. Это за колебение крутится. А он не, он вообще не улавливает. Ни лицо, ничего. Так, ну ладно, всем пока. Мы копим потихоньку. Дай бог терпения всем. Владимирскую я сегодня делала, как смогла, показала.